Всем добрый день! Сегодня я хочу продолжить готовить по рецептам из коллекции вот этих красочных открыток советских времен. И сегодня это будут вареники. Рецептов вареников, ну, есть много, но они универсальные. И раньше я тоже готовила по рецепту, который описан вот на этой открыточке. То есть это было яйцо, щепотка соли и вода. Но пару лет назад на одном из сайтов я вычитала рецепт, который мне очень понравился. С тех пор я его использую, очень им довольна. Надеюсь, что и вам понравится и пригодится. Итак, для того, чтобы замесить тесто, нам понадобится 1 стакан воды, пол чайной ложки соли, чайная ложка сахара, столовая ложка растительного масла, столовая ложка уксуса и одно яйцо. Ну, соответственно, муки столько, сколько возьмет жидкость. Я планирую налепить много вареников, поэтому у меня двойная порция. Итак, замешиваем тесто, оставляем его на некоторое время отдыхать, а потом посмотрим, что получилось. В миске соединила все ингредиенты, кроме муки. Перемешиваю. Так, чтобы яйцо разбилось и соединилось с водой до однородной массы. Теперь небольшими партиями добавляем муку. И пока размешиваю ложкой. Естественно, когда жидкость берет в себя достаточно муки, я это буду делать уже руками. Тесто еще довольно жидкое, не густое, поэтому я продолжаю добавлять муку и месить. Я не люблю, когда тесто забито мукой, поэтому замешиваю довольно мягкое тесто. Итак, я собрала тесто в колобок. Его нужно оставить минут на 10-15. Накрываю полотенечком, затем еще раз его хорошенько вымешаю и оставлю еще где-то на полчаса. За это время буду готовить начинку. Получается симпатичное хлебное ушко. Мне очень нравится такой способ лепки, когда они варятся, они получаются такие красивые кружевные. Мне мама подарила очень удобную доску, хочу показать. Вот она таким вот образом здесь приделывается на рабочую поверхность. У нее бортик с задней стороны. Очень удобно, мука не высыпается. И бортик здесь, вот для того, чтобы держалась удобно. Какая-то я стала сентиментальная доска. Итак, у нас вторая часть марлезонского балета. Раз в открытке написаны пельмени, то мы решили лепить пельмени к вареникам. У меня тут появился помощник. Хочу показать еще один способ лепки. Вот таким образом накладываем фарш на одну лепешечку, сверху закрываем второй, защипываем, делаем следующим образом. Заворачиваем один конец в одну сторону, а второй в другую.
И получается вот такой симпатичный пельмень. Это еще один способ покажу. Камбала. Камбала. А что, похоже на камбалу? Я не знаю, как это называется. Ну, какие-то равиоли, наверное. Сейчас покажу способ, который называется курзе. Это какие-то восточные. Косичкой. Вот таким образом. Можно такую косичку с двух сторон начинать. С одной стороны, потом с другой в середине. И в середине соединять. Да, ну, тогда надо лепешку побольше делать. Так быстрее. А мне почему-то какую-то птичку напоминает. Маме камбалу, а мне птичку. Так, мы сейчас поиграемся и налепим все вареники и пельмени. Я решила показать еще один способ лепки пельменей. Вот такая пельменница, очень древняя. Мам, сколько ей лет? Сколько тебе? Сколько мне? Ну, я не буду озвучивать, сколько мне лет в эфире, но очень много. На форму мы уложили пласт теста, выложили по пол чайной ложки фарша. Сверху накрываем вторым пластом. И скалочкой прокатываем. Сильнее. Сильнее. Потом вначале, чтобы мясо ушло. Это как раз быстрее и проще. Переворачиваем. Опля, и готовы. Пельмени у нас долепливаются, и наконец доходит очередь до основного блюда, которое должно было быть единственным. Это вареники с вишней. Вот сейчас я размешаю вишня стекла, размешаю с ложкой крахмала, для того, чтобы они не текли. Мы решили поэкспериментировать и попробовать на этой же пельменнице сделать с вишней. Кладу. Мама решила еще дальше экспериментировать и в вишню добавляет малинку замороженную. Ну, такой формы вареники с вишней мы еще не делали. Новшество, ноу-хау. Господи, то же тесто и та же начинка. Не, оно все равно от формы многое зависит, но такие соты. Дружки мачкаются. Ничего страшного. Вот. Привет. Прежде чем самим поесть, отварить вареники, пельмени, надо брать и меньших накормить. Давай, 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 давай. Налетай. Ух ты, как урчат. Надо уже все более. Ага, та съела. На, рычечка, на рычечка. А не лезет, слушай, ты видишь? Маленький, что такое? Рыжую знаешь, как зовут? Как? Лагерда. Это кто придумал? Я придумала. Это из викингов. Вот эту вот персиковую зовут Эсфирь, принцесса Персии. Угу. Вот это у меня Скарлетт. Скарлетт, ну. Не хочет так уж. Вода бурно закипела. Закидываем наши потекшие малины. Пельмени. Пельмени с вишней. Такого еще не было. Это какая кухня будет? Пельмени вообще русская кухня. С вишней готовы. Пельмени тоже готовы. Сейчас у нас закипает вода для вареников. А пока мы решили из оставшейся вишни сварить кисель.
Поэтому сегодня у нас будет два блюда русской кухни из этих наборов. Кисель получился достаточно густой, поэтому разлила его в тарелке. Наши варенички, пельмени готовы. Мы сейчас будем кушать. Всем приятного аппетита. Спасибо. Угощайтесь, давайте накладывайте и скажите свое мнение. Очень красиво. Нет, так объективно. Пробуйте, что. Сейчас попробую. Должно быть вкусно. Пельмени у нас с куриным фаршем этот раз. Попробуй. Ну не пробуй, а кушай. Очень вкусно. Тесто такое бесподобное. Как, пап? Присоединяйтесь к нам. Какой красивый десерт. Ты как, без лицемерия можно объективно. Как вареники вам, пельмени? Вкусные были? Очень вкусные. А на десерт у нас шапка гугуцы. Решма. Очень красиво, резать не хочется. Хочется, режь. Испорчу. Вот он такой в разрезе. Такой вот. Такой вот. Вкусный очень. Суперовский. Бери, пробуй, скажи свое мнение. Как дядя Саша сказал, вообще вкусно. Вкусно? Очень. Воздушный? Воздушный. А крем? И крем очень вкусный. Ну, приятного аппетита. Мы вам всем желаем. Спасибо. И спасибо. Желаем, чтобы ваш день был добрым, независимо от того, в какое время суток вы смотрите это видео. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, буду рада.